Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова Артур и Артём. Мы продолжаем проходить Resident Evil 5. Мы деремся с Джилл. В последней серии мы дрались с Вескером. Он ушел. Дрались это назвать нельзя. Он просто убежал, как побитая штука. Теперь настоящая бойня. Так, что я делаю? Хватай. Надо будет со спины подойти, наверное, или... Да-да-да-да, за спину я. За руки. Короче, ой. Ой-ой-ой-ой. Угостили. Сыск. Бешеная обезьяна, короче. Что нам, мать? Блин, вместо кнопки X кнопки. Нравится? Я нажал. Блин, по-моему, пора переставать стрелять в ноги. Это, конечно, хорошо, что она будет не способна двигаться, но, ну да, но это все-таки подруга Криса. Так что, it's me, Крис! И полом, мать, ты что делаешь? Ох! Угостил. Так, ладно. On, snap out of it. А, чем больше чем больше разговариваешь, тем она этот, похоже, у нее временами сбой дает. Ну да. Ее аппаратура. И тогда можно там с ним творить страшные вещи. Попасть бы еще в бойду. Ага. Отлично, давай, подходи, отрывай. Сорвать. Хорошо. Ну неплохо так. Ой-ой-ой, красиво. Не, ну когда кошачья драка, это, по-моему, интересно зрителям. Две девочки дерутся. Причем, когда такие. Осталось сверху пену пустить. Клубничное желе. Ага. Блин. Давай, давай, давай. Я держу ее. Держу. Трогай, трогай ее, трогай ее. За всякое. Ты опять капнул. Да блин, у тебя вертушки, я не знаю, как у гномика какого-то. В нее вообще можно не стрелять, по сути. Ну да. Это, по-моему, единственный противник, которого матом можно убить. Давай, давай, давай. Так, сейчас. Давай, давай, трогаем, трогаем. Ушевое лицо такое. Довольно. Сейчас она мне, если раз отоварит, я умру. Мне неохота подлечить. А, ну почему же неохота тогда, если умрешь? Нет, ну мы уже справимся, да. Если сейчас стрелять начнет. Ой-ой. Ну, это было круто. Не, ну эта сучка в меня стреляла. Хорошая отмазка. Не, ну вы понимаете, с сюжетной точки зрения, что происходит, да? То есть Шева почувствовала соперницу и решила под шумок от нее избавиться, потому что Крис нужен самому. Он тупой, конечно, но в Африке жизнь-то тяжелая, там, бамбук рубить. Она хочет уехать, в общем-то, из Африки. Угу. Ой, так. Это ты так попал? Да. Офигеть, ты крутой. Ой, блин. Да ладно. Рановато нажал. Ты голову воткнул. Опять отмазка. Джилл, что ты делаешь? Команд. Стоп это, Джилл, ответь мне! Команд! А, блин! Don't you recognize me? Давай, давай. Так, давай, погнали. Первый раз. Сколько раз нужно ее потрогать? А я не помню. Ну, раза 3-4, наверное. Хорошо. И желательно больше не стрелять, да? Ну, если стрелять, то хотя бы, когда она остановится более-менее. Офигеть. Она почти как я бегает. Рычит еще. Джилл. Так, нет, отнюдь. Сейчас ты опять перепадет. Я только отвернулся. Прилетел. Она элементарно отходится на стрейфе. Вообще. А как тут? Ну то есть просто в сторону идешь. А? Давай, пойдем, пойдем. Ой-ой-ой. Бегу, бегу, бегу. Трогай ее. За всякое.
Нано. Поворачивайся. Все. Просто ходишь в бок, видишь, она ничего не может сделать. Давай. Ага. Поймал? Давай. Трогай. Супер мега сложный бой. Да. Нет, сложнее этого босса, по-моему, уже ничего не будет. Ну как, будут такие довольно сложные, но не до такой степени. Тут с теми хоть будет тактика борьбы, понятно, со всеми. Так, как я ее схватил, так посмотри, она даже ее не приклинила. Да. Профи, профи просто. Да, просто. А, блин. I don't wanna hurt you. Don't wanna. Блин, шипит так, еще такая. Jill, answer me. It's me. На Маугли похоже. Don't you recognize me? Ага. Давай, трогай. Блин, я не ту кнопку нажал. А, ну, в принципе, нормально уже, да? Да, офигеть. Все, не слава богу. Блондиночка, ты уже заколебала всех. Давай уже, сдавайся. Капец. Не уворачиваться, конечно, просто. Блин, я опять кнопку не задержал. Ну, вроде как нормально. Да, успеваешь. Да ёлки-палки, сколько может уже? Может просто в нее стрелять надо еще в эту байду, чтобы она как-то там из строя вышла? Ну не знаю, навряд ли, по-моему. Да вряд ли, да. Так, что-то не... Аж тормозило. Так, давай. Седьмой раз подряд. Ты считаешь, что ли? Ну, мозг, память. Эх, хрен знает, что это. I don't want to hurt you! Jill, what are you doing? Stop this! Jill, answer me! Stop this! It's me, Chris! Don't you recognize me? Come on, snap out of it! Да ты уже заколебала, но... I don't want to hurt you! Я не хочу, говорит, тебе навредить, такой, руки скрыть. Давай. Смой. Да ёлки-палки. Может, мы что-то на самом деле неправильно делаем? Да не, по-моему, нормально все. Просто я вдруг вспомнил, что после, когда перед этим я ее валил, у меня аж кнопка А на джойстике тогда, блин, мягко так нажиматься стало. Так что, по-моему... Да заколебала уже эта дама. Пойдем. Не, ну это, по-моему, не бой уже, а просто как-то... Издевательство над ней. Усмирение просто. Давай, давай. Блин. Наверное, все-таки надо стрелять в эту байду. Да мне кажется, нет. Уже нет. Больше искрить начало, да? Да я как-то не особо следил. Очень хапнул. У стенки приперся. Убежала. Сорвалась все. Да нормально. Ой. Давай. А, не с той стороны дошел. Нормально. О! Давай, скотина. Офигеть. Это не очень хорошо выглядел. Да уж. Жиятно ломало. Все, теперь Шева не нужна. Чел. Там полный ребут системы, похоже. Да, после такого-то. Там, как обычно, черный экран, BIOS, Energy Starter. Пост. It's okay. You're Sheva, right? Yes. I couldn't control my actions. But God, I was still aware. Forgive me. Хорошего мало. It's all right. Марионетка. Thank you. По сути. I'm gonna be all right. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Ouroboros will be spread across the globe. Millions will die. Well, yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Chris, you're the only one who can.
Не знаю, сценаристов Resident Evil 6 и 5 охота бить ногами в лицо. Ну, такой клише на клише, вот, блин, ну... Понимаешь, у них во всех играх такое тут. У них ни в одной игре особо там вняха сценариев не было. Здесь сценариев-то вообще нет. Просто... Нет, ну, есть, просто диалоги сами как-то, ну... Пафосно все так банально написано. Говорит, миллионы погибнут. Не, ну это понятно, но... И так пафосно. Еще осталось только в конце, когда, то есть, игра закончится, А, слышь, они, по-моему, улетают в горизонт. Слышь, в натуре, елки-палки. Нет, ну просто вот первая, вторая, третья часть, они такие... Да тоже полно вот этого всего. Не, ну сюжет там, да. Диалогов-то тех. Раз-два и обчелся. Атмосфера просто есть. Да, да, да. В игре атмосфера классная. Сюжет тут он категории B-movie, как говорится. Графика хороша. А он сразу и не заметил корабль, да? Корабль такой Борей из Портала. Ты что, Джокер на воротах? Не, реально, чувака раскрас такой, бледный рот такой. Разболел, это кровью взорванный. Он все губы сживал. В Африке просто кушать нечего. Обветрились. Достижение открыто. Хорошо. Блин, ты посмотри, какая у меня точность. Да. Это офигеть, ну. Что-то. Вот раз мы сели, то есть, за игру, и ты меня просто капитально обходишь. Ну, то есть, у тебя всегда был там 60-61, но у меня-то было там 70. Что-то пошло не так. А, ну, то есть, я перестал пользоваться пистолетом и дробовиком, вот оно что. Ну да, наверное. Надо исправить. Вот таким вот образом мы ее и замочили. Так, что у нас тут? Прикольный бой был, такой надоедливый и, по сути, беспонтовый, но прикольный. Зато зрелищный. Ну да. Так, продать нечего. Хочу попробовать с собой новый пистолетик взять. Какой такой новый пистолетик? Ну да, этот Desert Eagle, который. На него патронов у меня нет нифига, ну ладно. Да так потаскаю. По приколу, да? А я по приколу сейчас шокер возьму себе. А, только его. А, есть. По приколу, как говорится. Чисто конкретно. Потому что мне давно его уже там. Кстати, бронежилет бы себе лучше взял. У меня же есть. А, у меня защитный жилет. Да какая разница? Так, его улучшать нельзя. Ну ладно. Вот, в принципе, все. Я готов. Так. Я, возможно, не лучшая идея, то есть брать его под конец игры, когда тут уже врагов таких нет, что тупо там. Да, тут в основном все вооружены огнестрелом. Ну, не все, конечно. Тут еще достаточно будет ближнего боя. Так, а то есть мы проникли на корабль, да? Ну да. Как ты тут оказался? Я был в порту, и вот я здесь. То есть, таким вот образом мы на корабле оказались. Так, стоп. Кто это там у нас? Друг, наверное. А что он с электрошоком на вышке делает, ты не знаешь? Ну, этот... То есть... Не самое грамотное. Если кого заметит, то он... А, ну если только так. Он себя ударит шокером и страшно закричит, что все на корабле услышат. Все логично. Если только так. Я долго думал вообще. Объяснение придумать. Винтовочные патроны. Все-таки нашел, да, логичное объяснение. Ты там опять кого-то выцеливаешь? Да, смотрю, вот так осматриваюсь. Вроде никого не вижу. У меня прям джедайский меч. Ладно. Ну да, такой. Этой своей дурой какой-нибудь глаз выбьешь. В том и суть. Иди сюда. Ай, блин, она такая короткая. Давай. О, по-моему, у них это лучше, чем у меня получается. Да, блин. У него голова отвалилась, прежде чем я что-то смог сделать. Вот этот я... Ох, это чего? Так, короче, не вариант, нафиг. Сейчас нас просто разберут, если я так буду дуримается.
Нифига. Да, они гранатами обязаны просто вот взрываются. Блин, не успел. Ни хрена себе. По-моему, кто-то сверху кидает, нет? А, вон. Тело, гранатка. Как ты сам бронированный. Ты даже не потопчешь. То он заколебал уже, а? Что, живой нет? Я пойду того сверху, потому что он заколебал уже гранат кидать, честно говоря. О, хорошо. Феерично так разлетелся. Ага. Так, здесь у нас какой-то проход. Там трава, три ящика. Пять ящиков. Так, я пойду еще наверх, залезу, посмотрю, что у нас там. О, тоже что-то интересное. Ну, там позиция неплохая. Ну, давай. Так, неплохая позиция, да? Особенно человек с дробовиком. Так. Просто проблема в том, что я себе попадал с первого раза. Было бы хорошо. Да ты себя недооцениваешь. Нет. Так, шокер выкинуть нафиг. Короче, я показал, как тут с ним жить. С ним тут жить довольно плохо. Ну, собираю, в общем, все, что плохо лежит. Все патроны там. Тут все плохо лежит. Потом отдавать там больше где. Кому? Не, ну если винтовочные там сейчас или еще. Ага, сейчас. Один патрон, один слиток золота, понял? Так, ладно, ты там прикрываешь? О, собаки, обожаю. Так, я... Мне тут хорошо. Беги, в общем, сюда. Чтоб тебя не... Так, там со спины еще кто-то прет. Если что, выманивай, в общем, сюда. О, там кто-то... Офигеешь, не устрелять. У него только тапочки, то есть пробиваемые. Ниже колена. И руки. Заколебал. О, теперь у него есть еще вот такая бабайка. Есть соответствующие гранаты. Хотя, в принципе, ладно, так разберемся. Не закину, нифига. Отлично. Excellent. Мне повезло. С прикрытием. Конечно. Спари, не возгордись. Еще давай. Ты сам такой слово. Ох, тихо. Тихо. Хватит, знаешь что? Вот так, подождите, ребята. Мне нужно прикрытие. Я бегу обратно. На исходную. Там, среди прочего, Шакил О'Нил есть. Один. С друзьями. Ну, толстый. Его собака и парень с электрошокером. Вот так. Шак. Не хочет. Это даже не Шакил, это Эвандер Холифилд. Да. Не хочет он сюда идти к нам. Стеснительный попался. Да, такой. А он умер, смотри, уже давно-давно. Ало. От стыда. Ну, судя по музыке, там еще, наверное, кто-то. Да, здесь собака в стену уперлась и тащится. И норм. Ага. Все. Вроде как. Корабль-то... А, я хотел сказать, японский. Стивен Сигал! Фига там. Это круто было. Так, ладно, я спускаюсь. Внимание. Я спускаюсь. Спускаюсь на. Фига с такой высоты себя. Ты так прыгнул на эту лестницу, она вообще-то по-другому используется. Это для слабаков лестницы. Тебе нужна этот красная трава? Красная? Нет. Зажрались. Места нет. Светошумовая граната я бы взял. А я возьму. Так, ну блин. А, у тебя еще и так красная есть, да? Ладно, возьму. На всякий случай. Сделаем потом микс травяной. Окей. Так, что там у тебя? Патроны не лезут, да? Нет. Хотя я сейчас перезаряжусь, маленько влезет. Так. Ладно. Так, а что? Вот это пуха.
Какая? Desert Eagle. Вот это пуха. Так, куда тут? По-моему, в какую сторону. В тупике, по-моему, нет. Значит, все-таки важно. Так, что это у нас там такое? Патроны. Патроны. Пистолетные. Отлично. Без спросу так. А мне их некуда. Я же смотрю, думаю, а что выкинуть? А и выкинуть как бы нечего. Инвентарь забит. И патронов надо, и брать некуда. В том-то и дело. Так, я так понимаю, что вот эта штука сейчас поднимется. Что-то да. Есть такое из воспоминаний детства. Вот если нажать эту кнопку. Да. Тут у нас что еще? Больше ничего нет? Ну, глянь там с той стороны. Ничего. Значит, нажимаем. Ничего. Запросто. Так. Так и подвинулись. Ага. Контрольная точка. Это все не к добру. Нет, это к добру. Контрольная точка это всегда к добру. Всегда. Снисхождение. Дверь закрыта. Нужна магнитная карта, чтобы ее открыть. Однако. Шо? Нафиг тут пойду. Магнитная карта, говоришь? Окей. Будем искать. Так, ну сейчас, я думаю, ты покажешь нам свою силу. Ты же у нас... Нет. Просто бизон. Ну же здоровье отнимается. Все-таки сила кабанищи такого иногда пригождается. Я думаю, ё-моё. Фига себе. Так, я полез. Вон... Никуда я не полез пока еще. Без магнитной карты я никуда не полезу. Почему? А потому что там закрытая решетка. Какая простынь тут красивая. Тут, наверное, я думал, ты что-то важное заметил. Фестиваль. Стой тут. Естественно. Так, сверху. Это что это такое? Это попался, который кусался. А, ну. А ты, значит, спустился в это время, да? А я должен теперь, блин, расхлебывать всю эту кашу. Нифига расхлебал. Да не волнуйся, все будет хорошо. Пошел я тебя освобождать. Так, а мне нужна карта или что-то вроде того. Без карты я, по-моему, тебя не смогу освободить просто. У тебя за спиной тут столько нехороших ребят, что прям временами... Ох, качественно. А, спрыгнул. Ох, еще спрыгнул. Граната. Да ёлки-палки, вот это плохо. Что? Ты слепил? Достижение выйти из сумрака. Это в свое время было как «давай, до свидания». Примерно так же надмозги переводчики постарались. Так, ну что, временами я чувствую себя дискомфортно. Да я не пойму, тут эту карту у кого-то брать? А, вот она лежит, все. Все. Погнал я. Офигенная. Я погнал. Ты гонишь. У меня здесь лечебный спрей, если что, приходи сюда. Окей. Будем лечиться. Договорились. А у меня перед мордой комары летают. Везет. У меня уже все передохли, у нас холодно. Че это такое пролетело? Так, подожди, только не поднимай пока. Не вздумай, это что? Все хорошо. Там к тебе пол... А, нет. Я наверху, тут ко мне уже никто не прилезет. А ко мне хотят, вон. Блин, она с разгону. Да ты заколебал уже, ну. Скажи, я. Сейчас. Снайперку возьмем. Ого, пистолетик. Нравится. Капец, какая пакость. Так, все, кажись. Или не поднять? Еще там есть? Это вроде спокойно, можно поднимать, пока кто-нибудь еще не пришел. Окей.
А такие слышат, давай. Вот так. Самосвата слышит. Вот так. Все, я поехал. Куда ты поехал? Не надо никуда ехать. За получкой. Патронов на пистолеты дают, офигеть. Будешь делиться, потому что... Нет. Вообще мало. Так, мне что-то нужно как-то тебя этот вернуть сюда, что ли, или что? Ты где да там нет, вообще? Я сейчас приду. Ну, окей. Ага, так, я понял. Здесь у нас просто сейф. И это хорошо. О, там кто-то гадости говорит. Почему автоматный патрон не собираешь? Я их не видел, наверное. Так, книжка. Так, ну ты заколебал. Травка. Травку брать мне некуда. Ой, нафиг я этот пистолет брал, я его выкину, наверное, нафиг. Лучше травку подниму. Нет, такие страшные дела. Народ взрывается просто. Я тут нашел 3 золотых слитка, Шева. Теперь мы богаты. Ай. Так, подожди. Я тебе кое-что передать хочу. Давай. Так, у тебя есть какая-нибудь трава? Я тебе могу красную все так же дать. Она все так же. Есть, да, зеленая, давай. Так, ну ладно, я уже пропрыгал. Паркур! Подожди, а почему я тебе не могу ее дать? Потому что у меня нет места, сейчас обмен буду делать. Так. А как тут обмен? Я уже не помню. Обменять делаешь? Ну, скажем, тебе вот на вот это. Так, вот вообще. Блин, ну ладно, я гранат попросил, конечно. Зачем? Ну, так просто на шару, мало ли, вдруг прокатит. Так, нам сюда, да? Контр-точка? Хорошо, однако. А там ты все собрал, да? О, здесь у нас очередной Шакил О'Нил. Так, капец ты, блин, какой живучий. Все, умер наконец. Угу, тут еще один. Ну, вообще им заряд вот этот моей дроби нравится. Получил я. Я слышал там. Главное, раз. Тихий вскрик я такой. Ушел, бамахнул. Мсти ему, мсти. О, ладно. Фига. Это тебе моральная компенсация. Вон там внизу, смотри, подожди. Там спрей, да? Спрей, да, его можно взять. Он офигенный. Так, подожди. А, ну да, у меня же полное здоровье, я думаю, на меня не сработало. Ну да. Вот. Теперь у меня 2 спрея есть. Как вот как его кота звали? Матроскин. Теперь у меня говорит 2 коровы. Ага. Так, тут для дробовика патроны есть. Угощайся. Спасибо. Столько всего вкусного. Вы говорите, что будете? Водку или коньяк? Или ну я даже не знаю. Там? Все такое вкусное. Ага. Водку или спирт? Так, по-моему, тут снизу особо делать нечего. Да, вот нам надо выставить эти самые кнопки. Залазь на ту сторону. Так, ну есть ощущение, что нужно было сначала дождаться, пока я поднимусь. А потом ты выставить кнопку. Разница? Ну, я не могу подняться. Ну, тебе не надо. А, подожди, это подняться? Да, я думаю, нахрена в них стрелять. Ну да, логично. Залезай. Опа, в ад прямиком. Прямо в шоколадный глаз. Давай. Система работает? Она действительно работает. Так, если я спрыгну за ящиками, тебе придется меня сейчас... А, я не могу спрыгнуть. Ну ладно, не больно и хотелось. Я же подумал, мне придется сейчас... Не понял, что, правда, но тем не менее. Блин, по-новому поднимать. Что это было, что за... Собака, блин, я не знаю, это не собака, а какой-то ниндзя просто. Я видел, что-то мелькает вокруг меня, и потом... Мне в спину влетело. Ох,
У меня перед рожей сейчас пролетело. Че у тебя пролетело? Собака. Я там. Собака. Такая. Они тупые, они по лестнице подниматься. Собаки тупые. Ты заколебал уже, ну. Они все на тебя лезут. И это хорошо. Так, где он? Он опять там внизу уперся, где-то мордой, скорее всего. Этот пес. Ну да. Все, наконец. Хорошо, пока справляемся, кстати говоря. Довольно успешно. Я просто помню, вот я не помню, что именно было в этой игре в конце. Так, зачем я сюда попер? Но я помню, что вот корабль, он под конец, было очень сложно. А мы с тобой как-то идем так. Ну, тут еще довольно много проходить на корабле, поэтому... Все возможно. Так, погоди. Мы там все собрали, нет? Как ты думаешь? Я практически уверен на 100%, что нет, это же мы. Логично. Вообще тут с тобой поспорить очень трудно. Вон там, допустим, сзади у нас есть очередной подъемник. Возможно, он нас куда-то приведет. Надо. Какого-нибудь думаешь, призу. Думаешь, надо? Может, мы его в пень? Да ладно, да, на самом деле. У меня, в принципе, толку есть. С того. Есть все, что мне нужно для счастья. Логично. Ох, так, идем внутрь, это хорошо. Я люблю закрытые пространства. Ну, конечно. Там, я себя с таким-то, да, с таким-то арсеналом. Сейчас я буду убивать. О, прикольно. Что за радарные? Автоматные. У меня места на гранат не хватит. Аналогично. Так, ну я могу, допустим... так, вот эти вот 4 патрона выкинуть. Да, блин. Кресло мое скрипучее. Или это спина была? Я не знаю. Ну, что-то скрипнуло, короче. Тихо-то как. Тихонько, ага, спускаемся. Прям спецназ. 1000 рыбаков, я Дамагаров. Дамагаров. Смотри, там спуск какой-то нехороший. Чур, ты пойдешь первым. Аргументируй. Чур? А, ну да, аргумент. О, там высота еще какая. Спецназ! Десант. Так. Б. Факт. Once he knows we're here, he'll find us. Ой, блин, я вспомнил. Да, ты был прав. Тут, конечно, будет еще тот геморрой. Но это потом уже, ближе к концу. Но там действительно сложные места будут. Maybe. But not until after we put an end to all this. Deal? Okay, but I'm holding you to that. У меня просто сейчас в памяти всплыло то, что там нас вообще под конец будет ждать, и передернуло. И ты аж так смеялся нервно. Ну да, это хорошо. Так, в чемоданчике наверняка лежит, я не знаю, BFG 3000 там. Ну, возможно. Дробовик новый. Jailbreaker. Блин. У меня старый так хорошо прокачан. Да, я думаю, у тебя бабла хватит специально. Чтобы полностью прокачать, там еще всякие плюхи мы насобирали. Короче, думай. Решение. Для разнообразия, я думаю, будет неплохо. Бери. Так, а я для разнообразия ничего и выкинуть не могу. Ладно, хотел патроны взять. Там пистолет не заберешь. Офигенно. Вот такому парню, как Крис, нужен. Вот именно такой вот тип. 100%. Оружие.
Что было такое? Блин, у меня 5 патронов всего лезет в барабан. Я не знаю, я с барабаном взял, рассчитывал, что побольше будет. Ну, ничего, прокачаешь. Будет больше. Да, просто. Была такая тихая локация, чтобы... О. Опа. Лучший персонаж в игре. Какие у нее чемоданчики? Какие большие у нее глаза. Капец у нее выпирает прическа. У нее такие круглые бусы. Капец, в этой игре все время отворачиваются от пуль. Есть спецназ плохой такой. Да, вот только хотел сказать, это более вероятно. Тесты на беременность. Пэджи, это pregnant. Нет, это не так. Такая многозначительная пауза. Приехал ревизор. Это точно. Так, а что у них тут? О, тут мне компьютеры включаются, нет? Винтовочные патроны есть. Заберем. Компьютер, конечно. Электричество есть, но он не включается. Возможно, там какая-то блокировка. Однако. Опять тут эти цветы. Во, этот включается. Здесь у нас какой-то Linux. Дневник ученого Трассел Мигеля, номер 2. Иногда моя гениальность пугает меня самого. Трисел должна благодарить Бога, что я работаю на ней. Конечно. Почти как я. То есть такое же самомнение, например. Чуть поменьше, конечно. Так. Я так понял, ты там удобрением занимаешься. Опять тут эти цветы. Хорошо. Однако. Так, у нас есть две. А, это не открывается. Так, аптечки... Ну, в принципе, полно. Придется бросить. Угу. Ладно. Кидывать-то нечего, по сути. О, там я же вижу, нас ждут. Угу. Так, сейчас. Давай. О, хорошо, брызнул. Там наверху еще один. Так, где? Вон около висящего контейнера. Ага. О, хорошо. Ты вроде все. А вон внизу еще один. Того не может. Вон он. Не попал. Ну, у него брызнуло что-то. А теперь брызнуло. И вот тут еще один. Вот. Такие. Нас, говорит, становится все меньше и меньше. Что происходит? Запалили, короче. Так, ну ладно, ну, сейчас спробуем мою новинку. Опасный. Да, клаши здесь неплохо так снимают. Так, я, пожалуй, займусь ближним боем. До свидания. Да, офигеть, как он мне попадает, я же за щитом. Распределение обязанностей. Ключ к победе. Так, вон они. Вон они. Ух ты. Он горит, горит. У тебя прикольно, когда попадает такая быстрая такая приспольтика. Как смотрел «Слезы солнца» с Брюсом Уиллисом? Да, смотрел. Ну, давно уже, правда. Ну да, это уже давно. Я просто помню там момент, когда идет один такой... Резко такая, такая у него прошибает грудак. Снайперский выстрел. Надо пересмотреть, я уже давно на этот фильм зарюсь, но что-то как-то все по руке не доходит. Блин. Ну да. Фильм вообще крайне неплохой. Да. Ну, Уиллиса почти. Все фильмы. Ну, не все, конечно, мне у него нравятся, но хороших много. Я у него не понял фильм «Гудзонский ястреб», честно да, говоря. Да, да. Что-то как-то... Ну, там полумюзикл какой-то вообще. Но главное, вот когда, то есть, когда выбора особого не было, вы смотрели все что угодно на видеокассетах, мне он нравился. А, недавно попробовал, я там всякие «Крепкие орешки» гораздо более ранние, с удовольствием пересматриваю. Вот это думаю, вообще, о чем фильм-то так? Про что? Да, «Орешек» — это, конечно, это 5.
Ушел такой. Ой, этот гранаты летают сверху, по-моему. Да. То есть, где мы только что были. Так, ладно, я тут пока подходы прикрою. Окей. Ну, вроде тут прикрывать-то не открыл. Все. Или нет? Да не, вроде все. А тут кто-то еще орет. Он в контейнере сидит. Аккуратно. О-о-о, еще народ побежало. Сверху над тобой. Ладно, я его сниму. Ой, блин, тут у меня шокером, оказывается, товарищ был. Со щитом. Так, шо? Может, травму иногда вызвать, там он лежит одна. Так. Блин. У тебя полная жизнь. Так что я на себя сделаю. Ох, нифига. И быстро так идет, да отвали ты. Я отвали от этого укрытия, тупая. Чё? Да твою. Плагаешь, что ли? Да. Да блин, прильнуло к укрытию. Потом перезаряжаться начало. Да, тут с этим проблема определенно. Короче. Не все. Еще не слава богу. Не все, коту масленица, все хорошо. Так, вон тот сейчас нас может подранить. Гаденыш. Блять. Так, что там пишешь по траве? Вон там есть это. Травичка. Это хорошо, так. Забирай, потому что у меня некуда. А, блин, где он там лупит? Ну он за контейнером сидит. Ага, и сквозь контейнер стреляет скотина. Выскочил такой. Блин, у него башка бронирована. А тело не очень. Хорошо. Так, травку забрал там, нет? Нет. Там. Вот она. Так, подождите, я вообще не вижу. А, вон ты. Навигатор все-таки полезная штука. Навигатор. Ну... А что за спуск вниз там? И все-таки травку мы будем сегодня брать или нет? Я думал, ты взял. Да мне нет места. Я бы с удовольствием скомбинировал бы. Давай что-нибудь, может, поменяем на тебе вот эту аптечку. Так, мы сейчас обменяемся травой, по-моему, просто. Нет, я же тебе дам полную аптечку. Спрей. Именно. Нет, это я у тебя прошу зачем-то одну в обмен на другую такую. Так, короче говоря... Так, подожди. А, ну вот, все нормально. Отлично. Че, вниз туда спускаемся? Пойдем. Вниз, да? А, ну да. На, конечно. Выбор-то у нас какой. Конечно. Ух ты, елки-палки. Я прижался. Это у тебя там кровище полетело? Да. Это было смешно. Не, ну печально одновременно, но... Ух ты. Вот туда ты упустил. Я еще могу. Ноги бронировал. Дробовик, по сути, стреляет так же, как тот, но он просто внешним видом доставляет. Ой, как не вовремя я перезаряжаюсь. Да, блин, он заколебал. Сама мобич. Слепы были, я и забыл про них, ну ладно. Да ладно, у меня тоже... А, нет, у меня не было. У тебя, кстати, со здоровьем что-то не особо хорошо все. Угу. Ну ладно, может, маленькую травку сейчас найдем. Оба, не ждал. Его даже жалко стало. Нет, не стало. Так, ну вот, контрольная точка... И тут давай тогда и закончим данную серию заодно. Ну, на корабле мы еще, я так понимаю, немало времени проведем. Одну-две серии, так это точно. Это хорошо. И чем дальше, тем будет только сложнее. Что, на мне этом, нравится. Челлендж доставляет. Тогда все. Да, увидимся в следующей серии. Всем пока. Пока-пока-пока.